look at the sky. Всем привет! Рад приветствовать себя на канале. Здравствуй. Тем временем воскресенье. Мы даже не рассчитывали, что нас загрузят. Думали, останемся до понедельника. Но вчера ночью собрали наш груз, сегодня загрузились. Как видите, мы уже отъехали 50 километров от погрузки. Времени 11:30 по Москве, 10:30 по Голландии. Загрузились, 22 палета, все то же самое, фрукты. Едем до Литвы, до Кармелавы. Здесь сейчас тоже воскресенье, движение плотное тоже, видите, легковушек много, грузовых на удивление мало. Ну как на удивление, в принципе выходной день, воскресенье, поэтому и мало грузовых. Я не рассчитывал, что нас тоже загрузят. Обычно суббота, воскресенье как-то не работает, не попадали мы так, чтобы загружаться. И единственное, что выгрузка, если палетная доска, в субботу там до обеда могут зацепить, разгрузить еще в принципе могут. А вот именно погрузка, на удивление, загрузились. Ну и отлично, сутки мы выиграли, получается. Так бы стояли до завтрашнего утра, если бы наш груз не готов был. Так все в порядке, загрузились, выехали. Едем на данный момент по А1. До Германии где-то 120 километров осталось. Что, заедем в Делюта, наверное. Там перекинем чипы. Кофейка взять. В машину тоже закончилось кофе. Осталось чуть-чуть растворимый. Мы пьем. И, в принципе, все. Будем двигаться. По Германии тоже под запрет мы можем ехать. Сегодня тоже движение будет маловато для Германии. Как раз проскочим, нигде штау не попадем. Мы, как скоропорт, имеем право ехать. Вот, с этим все в порядке. Легковушек тоже, конечно, будет в Германии дофига, но прорвемся. Хоть грузовых меньше будет. Ехали когда сюда, на Голландию, в районе Ганновера. Большая пробка была в сторону Польши. Большая вообще, километров, наверное, 13. Вот. Там было сужение, ремонт дороги. Все в одну полосу было. И поток большой шел. И, короче, из-за этого пробочка собралась такая огромная. Ну, сейчас пока идем, вот грузовых нет, одни легковушки, нормально. Грузовых вообще вот за 50 километров я еще ни одной не видел тоже. Это едем без грузовых. Дороги оплатили, 12 евро, через телефон, по интернету. Евровиньет сайт, евровиньет.eu. Карточку вводится и покупается на один день, на два дня, там без проблем, не обязательно на заправку заезжать, поэтому все нормально. По Германии у нас прибор, по прибору, кстати, легче, потому что время теряли, когда тоже сами оплачивали через тулкалет. Можно было тоже через интернет, в принципе, оплачивать, но опять же это время. А так едешь, голова вообще не болит, за что надо платить. Польша тоже не надо платить, Литва только и Латвия. Виньеты тоже покупать. Короче, все. Что будет интересное, тогда врубимся. Видите, все офисы, все закрыто. У нас тоже, кстати, на погрузке тоже. Там было, наверное, две легковышки стояло. Это вот на складе карщики эти собирали нам груз. Собрали и все. А так на офисе никого не было. Документы были, походу, заранее подготовлены. Поэтому нам повезло. А мы еще не хотели ехать, мы еще хотели где-то стать. Все равно, типа, не работает. Но решили все-таки дотянуть до места загрузки. И там, типа, делать паузу. Просто не знали, есть там территория и нет, где можно остановиться, дали бы добро. Но приехали, вроде бы никто не трогал, и с утра к нам сами подошли. По номеру посмотрели машину и сказали, подъезжайте к рампе. Ну все, мы подъехали, удивились. Загрузились, за полчаса сходили в душ, они душ открыли нам, и все, выдвинулись. Уже 57 километров, 44 минуты. Все, двигаем в сторону Польши, в сторону Германии. Надеюсь, нигде в пробку не попадем. Так, как я и сказал, заехали мы в Делюту. Машину, а где ты купил? Ну там, внутри. Ты уже спрятал? А? Ну. Я говорю, уже спрятал. Короче, берем вот такой вот Якобс Голд, 4,99, почти 5 евро стоит. Это мы себе в машину берем. А домой, вот Долмайр я беру синий, 4,69. Зеленый дешевле, голубой дешевле и Эфиопия самый дорогой. По ценнику надо посмотреть, не обратил внимания сколько. Но синий самый нормальный, самый ходовой вкус. Пока я тут ходил, он, Игорям, бутербродов понаделал, кофе замутил, чипы перекинули. Стартуем. А ну и спать как-то не хочется. На тартугу. Ты спал? Ну, Игорь всегда спит. Да? Я не знаю, мне так спать неохота, как-то, блин, выспались всю ночь, спали. Ну, теперь до Литвы нахуй такое. До Литвы? Нет, до России, ладно. Но если я до Литвы, тогда ты до Голландии в следующий раз. У Игоря дембельский аккорд, дембельский рейс будет, последний. Дембельский аккорд. Последний это когда бурки. Крайний. Крайний, да. Там мы думаем как-то Леша, чтобы успел помыться, потому что как-то очень быстро у нас, мы же говорю, думали зависнем на выходные. Тут зависона не получилось, а если еще и на Себеже. Мы приезжаем как раз в понедельник к Кармелаву, затамаживаемся. Если еще на границе на Себеже никого не будет, то это все. Леха только, может, вещи разложил на выходных. Уже придется собирать заново. А что ты шёшь? То же самое. Только разложишься, сразу сложишься. Все, хватит отдыхать, надо работать. Вот. И по возможности еще, наверное, заедем на мойку, не знаю, стоит заезжать, не стоит, я потом вам снаружи покажу машину, вроде бы чистая, тем более всю дорогу по Польше был дождь, когда мы сюда ехали. Может и не будем время терять, заезжать уже, когда дожди эти начнутся, слякать, и тогда будем заезжать. Горямба кайфует. А где молоко, я не помню. Где молоко, я не помню. Под коровой. Да, готовить мы, как видите, ничего не готовим, потому что... Не умеем. Кто не умеет, а кто умеет, но не хочет. Другой вопрос. Не, суть не в этом, потому что каждую неделю домой заезжаем. Сейчас я взял пайки, Игорь курицу там тоже брал пайку. Короче, у нас весь холодильник забит домашней пайкой. Готовить некогда. И через неделю, через пару дней мы опять приезжаем домой, опять там жены что-то приготовят. Оно и не надо париться, едешь... Подогрел максимум на сковороде, что-то по-быстренькому чая сделал, все, и время не тратишь, и деньги не тратишь в рейсе, поэтому выгодно через дом ездить. Это вам не на каденции, где надо пыхтеть каждый день себе, чтобы с голоду не помереть, готовить, 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 потому что на каденции особо в кафешке не походишь. Хотя я знаю таких людей, которые в кафешке ходят всю каденцию, кушают в Макдональдсах, не имеют ни газовых плит, ни электрочайник максимум. И все, больше ничего нет. Вот так. У нас баллон вот только. Игорь тоже сейчас плитку свою заберет. Потому что мы все равно не пользуемся. А баллона надолго хватает. Мы чисто чай кипятим. И все. Тут этого баллона на одном чае хватит и хватит. Смотрите, какую красоту. А? Таус. С сыром плавленым. С колбасочкой. А, ну и вот на колбасу еще берем, это тоже белорусская, вот чисто на бутерброды, байкеры. Сегодня мотоциклистов много, видишь, выходные все, блин, на мотоциклах. Здесь же могут себе люди позволить и машину иметь в рабочие дни, а на выходных на мотоциклах гонять. Вот так вот. Ладно, все, перекусываем, ребят, потихонечку выдвигаемся, убираем вот это все. Делаем чистоту и порядок и выдвигаемся. Всем доброе утро, народ. Сегодня вторник. Вчера приехали в Калейку. Вот за чуть больше, чем полсуток мы практически додергались до шлагбаума. Тут осталось он перед нами метров, наверное, 250, и мы уже будем перед шлагбаумом. Вот, смотрите, какие руки. Пока стоим, наконец-таки дошли руки поменять нашу ступеньку, лесенку. Все просто, снимаем пластик. Этот вот, он держится на фиксаторах этих. 4 фиксатора, снимаем пластик. И здесь будет на верхней лесенке 4 болта. Их откручиваем. Раз, два, три, 4. Далее не забываем тоже отсоединить наш габаритик, подсветочку. И здесь тоже, когда снимем пластик, будет один болт только. Вот он, один. Здесь эти фиксаторы слева-справа, которые держат ступеньку. Все, откручиваем болты, отсоединяем фишечку, и, в принципе, вот лестница уже висит. Так, в общем, смотрите, ничего сложного. Единственное, нужно будет вот эту крышку откидывания кабины перекрутить, вот этот сам механизм. Он, я так понимаю, на 2 болтиках держится. Его нужно полностью перекрутить на новую ступеньку. И, в принципе, можно ставить. Короче, сейчас посмотрю, пойдут эти болтики, не пойдут, потому что, сами видите, все тут прикоревшее, бля, АВДшки у меня, к сожалению, и нету. Но он именно, вот именно с механизмом, с этими вот металлическими такими типа пружинками снимается, потому что здесь вообще ничего нету. Ступенька новенькая. Уже в полетнице изрядно запачкалась, запылилась. Сколько мы уже катаемся с ней? Месяца 1,5 все катается, не доходили руки. Здесь вон с этой у нас беда. Видите, вся ушатанная. Ну и здесь, чтобы фишку тоже не снимать, здесь такая закоревшая. Тоже просто лампочку достали с габарита. И все, в принципе, она вылазит через отверстие. Вот такая вот у нас тут система. Поролон только-то подложил, чтобы трубки не перетирались. Ну, видите, помогает. Так, что у нас тут еще? У нас тут еще жопа с противотуманкой тоже вываливается. Нам по-хорошему еще вот эту вот часть поменять. Ну, видите, все потрескано крепление. Все ушатанное. Ну, как бы держится нормально. Не тарахтит, не барабанит, ничего. Но в идеале, конечно же, лучше все это поменять. Вон, видите? Это все прикрутим, и будет нормально. Но сам вот момент противотуманки, если сильно нажать на нее, она вывалится. Ее, в принципе, зафиксировали на стяжках и держится. На 2 стяжки вместо оригинального крепления все держится. Ничего не барабанит, не тарахтит. Что у нас еще здесь? Пока ступенька снята. Посмотреть брызговики, если купить передние, как-то можно их подвесить сюда, но вряд ли, только если к этому брызговику. Их вообще сюда крепят, но, блин, он тогда будет чуть-чуть завернутый, херня будет смотреться, так что не будем даже запариваться. Так, а и вот здесь вот тоже по креплению, видите, тоже. Вроде бы держится крепко. Ой. Ладно, давайте, короче, перекидывать этот механизм. Сейчас посмотрю, пойдут или не пойдут. Так, друзья, прошу прощения за рев, но отключить, к сожалению, не могу, так что надеюсь, что будет слышно. Смотрите, как только вставил я отвертку, здесь это все, конечно же, посыпалось. Ну, и слизывают грани, да? Но каким образом сорвал вот одну, получается, пассатижами я смог сорвать. И то, видите, по граням получается. Так. Фокус, не теряйся. Ну, в общем, таким вот образом я смог сорвать один болтик. Сейчас посмотрим. Но с этим все намного печальнее. Здесь тоже, как только вставил отвертку, все, конечно же, посыпалось от руха. О, здесь намного все печальнее. Видите? Да, бля. такой. Так, сейчас попытаюсь сорвать. Отключусь ненадолго. Так, ну что, есть, друзья, сорвал. И второй болтик. Откручиваем. Ну, с этим, конечно, попечально. Смотрите, он уже мягкий стал. Аккуратненько, со всей дури, двумя руками надавливаем, и получилось сорвать. Единственный минус, что у нас, конечно же, таких болтиков нету новеньких, поэтому придется закрутить эти, но я их сильно затягивать не буду. И по возможности, если не забудем, да она в принципе никуда не денется, эта крышка опрокидывания кабины, она, я так понимаю, это чисто фиксаторы идут, чтобы фиксировать в верхнем положении, ну то есть чтобы она закрывалась, никуда она не улетала. Вот, поэтому ну, вот ее таким вот образом ставим и прикручиваем таким вот макаром. Ставим пластину металлическую и пробуем закрутить. Ага, не пробуем закрутить. Ага. Нифига не понял. Смотрите-ка, что у нас здесь. У нас здесь, могу понять, резьбы нету. Что-то здесь такое. Должны быть уже, наверное, какие-то фиксаторы, типа заглушек каких-то ставится. Потому что здесь резьба, соответственно, отверстие больше, а здесь уже нету ни резьбы, и отверстие поменьше. Вот они, задача, что-то мы будем делать сейчас. Сейчас мы будем решать. Подождите, друзья, надо подумать. Так, пока я тут думал, у нас прошла продвижка огромная. Мы уже практически возле шлагбаума. А что по поводу ступеньки? Короче, в итоге ничего я не придумал, кроме того, как просто посадить на саморезы. Так, заодно и прочистим наш габарит от всякого вот этого мусора ненужного, чтобы все идеально стало в пазы, потому что сейчас так вставляю, топорщица до конца не заезжает по-нормальному из-за этой всей грязи. Так, ну что, дело осталось за малым, это закрутить болтики. Оказалось, у нас есть ВДшка, я тут пыхтел, срывал их. Сейчас буквально пару минут дадим постоять болтиком, все зажмем, накинем наши накладочки. И, в принципе, все, ступенька будет готова, держаться будет. Здесь все отлично держится, фиксаторы работают, ничего не теребонькает, все отлично. Габаритик, как видите, встал вообще в пазы идеально, никаких зазоров, ничего нету. Это все из-за того, что почистил тоже мусор, этот весь песок, все стало отлично. Вот таким вот образом мы и поменяли ступеньку. Ступенька новая, ее только помыть, и, в принципе... Ничего сложного в замене ступеньки. Это всего лишь открутить пару болтов, не забыть отсоединить тоже габарит, чтобы не сорвать, провода не вырвать, ничего если дергать. И крышку откидывания кабины тоже со старой ступеньки, потому что с новой ступенькой она не идет. И прикрутить накладки. Все, ничего сложного нет. Но в нашем случае еще придется бампер на саморезике все-таки к этой ступеньке прикручивать, потому что заказали нам вот эту вот сторону бампера, то есть крыла, как оно правильно называется, заказали, как только придет, вместе с противотуманкой совсем поменяем. Пока будем наслаждаться тем, что есть. В общем, все, закручиваем, ставим накладки, и нужно мыть руки. Все, процесс замены закончен. Единственный момент, что один фиксатор мы потеряли, пока переезжали по колейке, пока на хомут нужно будет заехать, купить, поставить. Вот, а так, в принципе, все быстро, ничего сложного.